Уже не в первый раз межмуниципальное управление МВД России Одинцовская при участии общественного совета приглашает студентов высших учебных заведений на экскурсию в свой музей. История Одинцовской полиции начинается с 1917 года. Тогда был организован Звенигородский уездный отдел рабочей крестьянской милиции. В то время в отделе работало всего 5 сотрудников. За 22 год было совершено на территории района более 100 преступлений, и все они были стараниями милиционеров раскрыты. В годы Великой Отечественной войны большинство сотрудников Звенигородской милиции ушли на фронт. 43 так и не вернулись домой. Мужчин, ушедших на фронт, заменили девушки-комсомолки. Всю войну они находились на казарменном положении и выполняли всю милицейскую работу. Несмотря на то, что они слабый пол, девушки раскрывали преступления, работали с несовершеннолетними, выявляли дезертиров и диверсантов, а по ночам тушили зажигательные бомбы. Экскурсия студентам понравилась. Им, как будущим юристам, было интересно узнать историю Одинцовской полиции. К тому же многие из них планируют работать в органах внутренних дел. Я хотел бы тоже стать полицейским, потому что у меня дедушка служил в полиции, и папа тоже служит сейчас в полиции. И я хотел бы пойти по их стопам и тоже служить и работать в полиции. Самое главное — быть профессионалом в своем деле и любить свою работу, и хотеть именно помогать людям. Вот, и тогда все получится и будет хорошо. В 1965 году был образован Одинцовский район. С тех пор управление внутренних дел располагается в нашем городе. Среди экспонатов музея уголовный кодекс 1942 года, довоенная милицейская форма и фотографии сотрудников, которые внесли свой вклад в развитие Одинцовской полиции. Знакомим с историей Одинцовской полиции. Ребята посмотрели какие-то различные ценные экспонаты, которые находятся в музее нашего управления. Ознакомились с современной историей полиции. Тем самым мы показываем работу полиции, и возможно, что в дальнейшем они выберут свой путь в профессиональной деятельности, именно придут и пополнят наши ряды. Музей существует уже 11 лет. Сотрудники Одинцовской полиции гордятся своей историей и тщательно собирают ее по крупицам, чтобы передать подрастающему поколению эстафету доблестного служения Родине. Дарья Сутягина, Анастасия Сенченкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».